На углу перекрестка проспекта Жукова и улицы Рокоссовского, а также вдоль проспекта Жукова расположены здания, покрытые бежевой краской, на фасадах которых написаны предупреждающие надписи «Опасно не подходить, обвал». Однако некоторых такие страшилки не пугают. Видимо, они их всерьез не воспринимают и стоят прямо под ним. Но мы не такие отважные, поэтому решили узнать, кому принадлежат эти здания и почему они в таком виде в центре Волгограда. Два здания, бывшие военные казармы, в которых находится монастырская лавка, с 5-го года передан Волгоградской епархии. Здание предназначено для Царицынского православного университета имени преподобного Сергия Радонежского. Значит, до 2008 года эти здания военные не освобождали в силу различных причин. За это время находились добрые люди, которые хотели вложиться в реконструкцию этих зданий. Но из-за кризиса планы наши не совпали с планами военных, и в итоге епархия вынуждена была в одиночку эти здания восстанавливать. Ситуация с ремонтом этих убитых зданий осложняется еще и тем, что епархия, как организация религиозная, не имеет источников финансирования. Существует только на пожертвования. А в связи с общецерковной реформой, в результате которой на территории области образовалось еще три епархии, доходы Волгоградской епархии существенно снизились. Поэтому в настоящее время работы приостановлены. Эти здания будут отремонтированы к чемпионату 2018 году. Значит, все будет приведено в надлежащий порядок. Значит, и пользуясь случаем, то, что я могу обратиться ко всем добрым людям с настоятельной просьбой поучаствовать, внести свою лепту в лугоокрашении Царицынского православного университета. Это наша альма-матер. Здесь выращиваются будущие священники, будущие врачеватели душ и сердец наших людей, будущие педагоги. Валерий Васильевич, а когда приблизительно планируете начать фасад здания? Ну, я думаю, с Божьей помощью, значит, где-то в конце 2017-го начать.